просто некрасиво для этой храмы и так далее. Да? У меня будет смотреть ему какое-то недоумение. Сейчас мы с вами по дороге к стене плача. Посмотрите вон туда, видите серый купол? Это мечеть Аль-Акса. То есть для любого мусульманина место третье по значимости из всех святынь, которые вообще есть. Третье. То есть вот Мекка, Медина, да? И здесь мечеть Аль-Акса. Здесь говорят, наверху Мухаммад молился, когда...